Ну, не знаю, как ли получится ли подойти намного ближе. Первый раз тут столкнулись с этими, с таким вот выводком. Наверное, близко не получится, позбегают. Ну, хоть как-то. Это, все кто не понял, это так, в нашем Гарбсоне городской парк, один из его уголков, скажем так. Гуси, не могу сказать, это хозяйские или дикие. Трудный вопрос. Ну, учитывая, что вон оно, рядом озеро, то вполне могут быть. Вон оно какое красивое. А там еще он целый выводок, там вроде бы, как бы я бы сказал, молодые. Или это уже не гуси, нет, там какая-то уточка есть. Не, ну и гуси тоже он помоложе. Я, правда, в этом плохо разбираюсь. Вон, прошли люди с собакой. Сейчас покажу. Вон они. Гуси с дороги убрались. Но собака на них внимания не обратила. Честно говоря, в эту часть городского парка мы практически никогда не заходили. И вот с удивлением обнаружили. Не знаю, я бы все-таки сказал, что это не хозяйские, что это дикие. А там он еще и дальше есть. Пойду дальше еще сгуляю. Вот они, видите, в лучах заходящего солнца. Смотрят внимательно, чтобы я не подошел близко, наверное. Ну, тут, как я в этом разбираюсь, так они тут есть побольше, поменьше. Хотя, я не знаю, это уже время Сенцова не вывели, и потом... Вон, озеро какое. А тут, где тут самый любопытный оказался, вот он, осматривает. Ладно, пусть отдыхают дальше. О, повернули, что будут атаковать. Или просто решили выйти на дорожку. Вот один. Вон следующий пошел. Прикинули, что этот двуногий вреда им причинить не собирается. Поэтому можно... Вон там дальше, не знаю, будет видно. Да, вон и дальше там стали выходить опять. То есть после того, как та пара с собакой прошла, вот они гуляют. Вот они, вот они. Пасутся. Вон по дорожке пошли гулять. А тут вон, это вот, видите, лавочка. Ну, в общем, парк. Гуси, гуси.